Лидирующие позиции Украине по выратованию на воде и недопущению трагичных выпадков. Гомельская областная организация «Освод» подвела выники работы за 2019 год. На посяжение запросили так само коллег, супрацовников МНС, каб яны дали свою оценку працы выратовальников на воде. Лишь бы факты и особы у сюжете Евгений Кухаронок. Яны, як ніхто іншы, ведаюць пра каштоўнасць жыцця і імкнуцца зрабіць усё магчымае, каб дапамагчы чалавеку, які трапіў у бяду. На вадаёмах Гомельскай вобласці дзейнічае 15 выратавальных станцый, 13 пастаянных пастоў і 10 часовых. Там нясуць варту больш за 280 супрацоўнікаў. Улетку да іх далучаюцца яшчэ десяткі сезонных работнікаў. Дзякуючы штодзённай працы ў рэгіёне знізілася колькасць загінуўшых на вадзе. Ёсць і тое, што засталося нязменным у раёне дзеяння выратавальных станцый і пастоў. Выпадков гибели людей не допущено. Если в целом оценивать работу освода Гомельской области за 2019 год, то произошло уменьшение количества утоплений на 6,8%. Благодаря профессиональным действиям наших спасателей спасено 33 человека, в том числе 11 несовершеннолетних. Негледзячы на становчыя мінулагоднія вынікі, сёлета работа по зніжэнні колькасці трагедый на вадзе да нулявой адзнакі працягнецца. І тут на першым плане профілактыка. Есть поговорка «предупреждён вооружён», и она немаловажную роль играет вообще по недопущению несчастных случаев. Мы ведем профилактическую работу очень сильную, проводим различные мероприятия с МЧС, с Красным Крестом, с другими субъектами профилактики, то есть с милицией, также инспекциями по делам несовершеннолетних и так далее. То есть выезжаем на рейды, вот непосредственно в зоне действия, ну, ведем профилактическую работу с рыбаками также, ну, со всем населением. Можна нават не сумнявацца, гэтыя ўрокі не праходзяць дарма. Многія пачынаюць думаць, перш чым рызыкаваць сабой, а ў выпадку бяды, пасля такіх практычных заняткаў, самі могуць аказаць першую дапамогу. Раўняцца неабходна на лепшых. Такіх па выніках работы ў 2019 годзе адзначылі граматамі і значкамі. У іх ліку героі, якія выратавалі жыцці. Заступілі на дзяжурство, як обычна. Провели рабочие проверки, расписание вахтенного наблюдения. В этот момент я находился на вахте. Увидел женщину, прыгала с моста. Все, подал сигнал тревоги, мы убыли. С подачи сигнала тревоги до скорой помощи было минут 5 где-то. То есть мы все быстренько сделали. Подвели выники минулого года, вызначили накірунки работы на 2020 и за справу. В якости постскриптуму актуальный зворот. В связи с тем, что в ближайшие дни ожидается понижение температуры. Хотелось обратиться ко всем рыбакам до того, как лед не достигнет 7 сантиметров, не выходить на лед. Будьте внимательны, вас ждут дома и без рыбы. Евгения Кухаронок, Игорь Марышченко, телерадио компания «Гомель».